Друзья, всем здорово, всем привет. Значит, сегодняшнее видео будет для любителей 20 калибра. Долгожданная, значит, новинка. 20 калибр появилась, и она на руках. Это портированный прогресс. 20 калибр. Значит, давно мы их и долго ждали. Наверное, ждали полгода, пока их изготовят. Кажутся такими маленькими, непривычными после двенашки. Внутри все хромировано. Значит, сужение есть в наличии. 0,25, 0,5, 0,75 и полный чок единица. Партия ограниченная, пробная. Вот, посмотрим, значит, как народ будет, как они будут востребованы народу, а там дальше будет видно. Значит, сужение. Давайте сразу взвесим. 0,25 у нас вешает 43 грамма. Эмочка 44,7, IM 46,2 и полный чок 48,4. То есть чем туже сужение, тем больше вес. Вот. Значит, по данному калибру я ищу человека на отстрел. Очень оказывается проблематично найти в Томске человека с 20-м калибром. Это на самом деле просто пипец. Вы себе не представляете, в поисках я уже 2 месяца. Вот, ребят, кто, значит, может помочь каналу, у кого есть МР-ка 20-го калибра со сменными, значит, дульными устройствами, вы нам просто очень офигенно поможете. В отстреле сужений, сравнимых со штатными вашими родными чоками, да, ну и, соответственно, то есть это не бесплатно, то есть любое сужение, которое вам понравится после отстрела от нашего канала, вам будет в подарок, а может и 2 сужения, там на деле, так сказать, разберемся. Также мне пришел, значит, прогрессовский парадокс. Вот так внутри выглядит. Сужение вот только достал с коробки, внутри в масле, еще не протирал. Так что кому нужен парадокс, тоже обращайтесь. Парадокс короткий, сколько он там, по-моему, 80 идет миллиметров. Одной рукой, конечно, снимать пипец. Что поделаешь. Да, 80 миллиметров, то есть 8 сантиметров. Так что, ребят, вес на самом деле до 50 грамм это фигня. Кто там говорит, какой-то будет баланс на стволы, да, все это бред. Я, по крайней мере, его вообще не ощущаю. Какие-то там лишние 40-45 грамм. Вот, значит, парадокс у нас также новиночка. Наклейки у нас есть в наличии, кому надо. И долгожданная тема, значит, которую я долго ждал, наконец-то тоже разработана. Это, значит, кейс под чоки 12 калибр. Не стекло, толстостенный пластик. Вот такой вот толщины. То есть внутри просто все мягко. Сейчас я вам закрою. Ничего не трясется. Чоки не ерзают, не прыгают. Короче, все в целостности и сохранности. Сюда влазит весь комплект чоков, значит, на 12 калибр. Скид 2, 0,25 IC. Эмочка получок, IM 0,75, Эфка единица, полный чок, и чок с напором XF Lead.
Вот они, наконец-то, долгожданные кейсы прибыли в Томск. Значит, внутри вот перегородочка между каждым чоком. Все мягко, все офигенно, все достойно. Значит, кому надо, обращайтесь по поводу, значит, кейсов. Вот. Не стесняйтесь. Значит, по поводу приобретения, да, кто желает себе двадцатку наружия МР, ссылочки, значит, будет в описании под этим видео. Заходите, там также и ВКонтакте, да, будет ссылка, и Инстаграм. Вот, без проблем можете со мной связаться. Будем разговаривать с вами дальше по поводу приобретения 12 и 20 калибра. Также вот появился наконец-таки парадокс. Будем отстреливать пули теперь с ним. Ну, на этом, наверное, все. Спасибо за просмотр. Значит, еще, ребят, раз повторяюсь, кто желает помочь в отстреле 20 калибра, милости просим. Я буду очень признателен. Всем удачи, всем пока, до новых встреч.